Груды мусора, грязь и антисанитария. На 15 гектарах тонны отходов. Такая картина жителям Чиркова мозолила глаза больше 30 лет. Неприглядный ландшафт красовался сразу на въезде в родное селение. Рядом трасса Абакан, Чирки, Ербинская. Вся эта свалка здесь, все видно. На уборку дурно пахнущего пейзажа денежных средств у сельсовета не хватало. Ежегодно мусорные горы лишь прирастали и множились. Сейчас площадь несанкционированного полигона ТБО сокращается. Все доходы, получаемые за негативное воздействие на окружающую среду, идут в настоящее время на уборку несанкционированных свалок. На территории района с 2022 года начата работа, выявлена порядка... в районе 20 несанкционированных свалок. На текущую дату у нас 2 аукциона уже проведено, 2 территории убрано. Администрация Усть-Абаканского района провела оценку Чирковской свалки. Наняли подрядчика. Теперь здесь кипит работа. Было 2 этапа. Первый этап мы уже провели в первом квартале. Убрали около 900 кубометров мусора. В данный момент заявлено 1300. И сейчас, в данный момент, 20 дней на уборку данной свалочки. Представители власти заверяют, расчистка нелегальных свалок – только первый шаг к порядку в районе. Мы хотим внести предложение изменения в план природоохранных мероприятий, которым будут предусмотрены мероприятия по недопущению складирования несанкционированных отходов. Это приобретение фотоловушек, установка баннеров. Мы разработаем две площадки. Одну мы сделаем под навоз, вторую под твердые отходы. Строительные отходы, растительность. Районная администрация уточняет, очистить муниципальные земли от мусорных завалов планируется в течение 3 лет. На работы только в этом году будет потрачено порядка 10,5 миллионов рублей. Екатерина Камышева, Александр Сердюк, РТС.